Бравлы, вапа ба ба бравлы, вапа ба 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 бам Привет, друзья, подписчики мои, у нас с вами сегодня что-то нереально потрясающее, нереально хайповое. Бравлы, старсы из пятерочки, но вы меня спросите, чувак, подожди... Во-первых, что это за коробка? У Бравлов была другая коробка, это во-первых. Во-вторых, они вроде как закончились и больше на кассе не выдаются. И что вообще у тебя вон там за коробка? Пф, ха -ха 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 -ха. Все это совершенно правильные вопросы, друзья мои, дело в том, что оригинальная коробка Бравлов выглядит вот так вот. А вот это копия Бравлов, но не совсем даже Бравлов, ребята, это что-то сверхъестественное. Мы сегодня эту коробку откроем, посмотрим, полапаем, покажу вам коллекцию прошлых лет. А, вот такая вот красивая. Значит, была коллекция у нас. Сра сра спокойно стоять. Сра... Не, они падают. Сравним сегодня и вот эти бравлы копии, сравним вот эти бравлы оригинальные. Ох, это будет максимально-максимально интересно, ребята. Но... Давайте сразу приступать. Вот такая вот коробка. И вы знаете, мне она нравится даже больше, чем оригинальная. Потому что оригинальной, по сути, это и не было. Ну, то есть была вот такая вот. Простенькая коробочка. А тут прям, ну, солидно. Ну, прям вот давайте сравним с коробкой из-под скрепышей. Ну, прямо один в один. Ребята, мое почтение. Но, друзья, 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 я уже вижу ваш вопрос. Бро, Байзон, братишка, расскажи, а где же, где же взять? -то? Я уже вижу, что вы там комментарии пишете. Где, 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 где? Где купить такую коробку? Вы не знаете, друзья, сейчас я вам все расскажу и покажу. Не переключайся. А купить таких сумасшедших бравлов вы можете на сайте магазина Апрельский.ру. Ребята, там уже они появились прямо сейчас. Хватай, пока не расхватали за тебя. Реально, пока коробки еще есть, но скоро они могут закончиться. Ребята, ссылка в описании к этому ролику. Помимо там таких коробок, там есть еще огромное количество фигурок, игрушек, боксов по Бравл Старсу и много чего еще. Ребята, прямо сейчас переходи, глянь. Думаю, что-нибудь тебе интересное приглянется. И я в этом почему-то не сомневаюсь. Ссылка в описании к этому ролику. Но прежде чем покупать, давайте сначала посмотрим, что же у нас в коробке. Итак, давайте, давайте открывать. Мне сказали, что это вообще супер просто. Супер круче оригинальных. Ну не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас прям посмотрим. Слушай, ну коробка-то какая солидная. Слушай, прям реально качественный картон. Заморочились с принтами. Вот они. Вот они. А, они в пакете. Вот оно что. о хо хо ребята, посмотрите. Как это выглядит замечательно просто. Я, я не знаю, сколько здесь. Как вы думаете, в комментариях напишите, сколько здесь Браволов, ребята? Я не знаю. Никто не знает, никто не рассказывает. Слушай, ну вот такие вот пакетики. Yeah, это выглядит реально круто. Вау! Вау! Слушай, и а, мы недавно с вами рассматривали подделки на скрепышей рассматривали гору подделок в том году на скрепыши. Сегодня появились бравлы. Слушай, ну, кстати, пакетик, я хочу сказать, мое почтение, пакетик выглядит реально очень качественно, плюс даже, к сожалению, видишь, они утащили логотип пятерочки. Даже вот здесь, посмотри, сзади все проделано. Игрушки, бравлы с маркировкой, все по-русски, био, одна штука, качество, line friend. То есть, если бы кто-то такой пакетик мне показал два месяца назад, я бы сказал, да, да, вот такие бравлы и будут в пятерочке. То есть они выглядят даже эпичнее, чем, а чем оригиналы. Давайте, давайте сравним. Ну, посмотрите. Маленький пакетик оригинал. И вот такой пакетик. Посмотри, все совпадает. Все сделано круто. Давайте откроем. Так. слушай. Вот такой пакетик внутри. И вот это вот. Ну, по заднему виду напоминает Сэнди, но... А, да, это Сэнди! Действительно, это Сэнди. Смотрим, ребята. Вау! Только в другом цвете и без логотипа суперсел Но так, в целом, а, симпатично. А выглядит-то довольно-таки круто. Посмотри, ну-ка. Ну, пахнут резиной, а оригиналы чем пахли, я не помню. А, уже они выветрились. Значит, вот такой вот бравлер. Тянется, смотри, функцию свою думаю, будет исполнять. Ну, прикольно! Выглядит, по крайней мере, эпично. Так, по скрипышам. Так, это кто? Снова Сэнди? Нет, смотри-ка, это какой-то кв... квадратный товарищ. Кто это будет? Сейчас узнаем. О, Это же робот-спраут! Вау! Фиолетовый спраут. Давайте сравним его с оригиналом. Слушай. Ну, они прям чуть... А, у них нету сзади липучки. Вот что. Вот что нету. А нет липучки. Да и липучка в оригиналах. Я видел, короче, чуваков, миллионников, которым занесли. Там ребята, которые снимают просто бравлы. Им занесли, и они, короче, так эту липучку. Вот, можно на телефон, можно на холодильник. Чуваки, это отваливается. Все, эта липучка отваливается. Открываем дальше. Так, и у нас тут... Ой. Ой-ой-ой-ой. А это кто? Слушайте, а вот такого бравлера я не... А, подожди, вот так он. Ну, если логотип пятерочки как-то... Вот так вот он должен быть. А, подожди, это, наверное, Нани. Не Нани, а вот это вот. С косичками, да? А, не, вот это, во. Вот это вот. Слушай, ну, интересно. Ну, <забавшая> забавная, друзья, мои, история. Как минимум, это весело. О, Эль Мачо. Нет, не Эль Мачо, подожди. Эль Мехико Панчо Вилли. Как этого зовут-то чувака? Скелетика забыл. Вот такой. Ну, то есть, да, форма такая же, как у оригиналов, но при этом э, вид у них чуть-чуть, прокрас чуть-чуть другой. Ну и ладно, ну и пофиг. О, а это этот, это точно Наня. Я что-то уже, знаешь, спустя время, зап... не на не, а этот, а... бутылками, которые бросается, вот он. Слушай, ну прикольно. Не, они по качеству симпатичны. Я помню, когда мы открывали скрепши в том году, О, там прям вообще, там прям был тихий-тихий ужас, вот серьезно. Здесь прикольные, прикольные бравлики. Мне очень нравятся. Друзья, может конкурс на них устроить? Слушай, я посмотрел, они прям очень крутые. Вот кошечка, кисонька такая, кисуля. Прикольно. Мне нравится. Так. ай яй 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 повторка. А, нет, не повторка, он другого цвета. Смотри, он больше похож на оригинальный по цвету, между прочим, чем вот этот предыдущий. Слушай. Ну, забавненько. Так, что началось, я не понял. Снова повторка. Так хорошо шли. Давай-ка. Так, и опять повторка. Опять повторка, но в другом цвете. Хм. Давай пойдем тогда с другого угла сейчас копнем. Текс. Надо бы их, наверное, в коробку переложить. О! Пошло дело. А, нет, такой уже был. Такой уже был. Так, и снова повторка. Давай дальше. Я не понял. Так, это какой-то заговор, подожди. Одни повторки. Так, это было уже. Так, и такой у нас уже был. В смысле? А, и в весь прикол этих штук в том, что, по сути, нету коллекции. Ну, то есть, типа, нету конкретного списка, какие бравлы должны быть. Но выглядят они, мне очень нравятся. Во-первых, они сделаны качественно, они не воняют, они прикольные. Пошли повторки. В смысле повторка пошла? Так, Эль Мачо, Эль Пачо. Давай дальше. Текс. Я даже не знаю, сколько мы сегодня откроем. Ребята, как вы думаете? О! Это такой же робот, холодильник, но в другом цвете. Не, не Это самое интересное. Интересно. Так, давай еще открывать пакетики. Ага! Да в смысле, подожди, кота мы такого тоже видели. Я не понял. Сейчас мы их высыпем все. Ух. Как их много тут. Их прям очень много. Здесь гора прям целая. Так, давай откроем. Так. И вот такой. Хм. Давай дальше. Так, повторки. Пошли одни повторки. Так, сейчас я все это, друзья, в коробку спрячу и продолжим открывать. Все, ребят, все разложил, все убрал. Итого у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 бравлов на данный момент. Немножко я тут замешал в коробке. Надеюсь, что сейчас пойдут э, еще, еще разные. Вот, вот не зря я замешал. Слушай, смотрите, это же ПМ. ребята. Вау, Пэмочка. Пэмочки у нас еще не было. Я вот даже не знаю, то, что у них разные цвета. Это считается, что разный попадается? Вот смотри, кошка. Желтой кошки у нас еще не было. А, учитывая вашу любовь и страсть к Бакуганам, а там они просто разного цвета, видимо, считается. И знаешь, что заметил еще? Посмотри. А, разный цвет пакетиков, то есть, а, и даже размер. Вот этот прям больше. Ну, мне очень нравятся упаковочки. Упаковочки сделаны прям очень круто. Возможно, материал дешевле, но выглядит потрясающе. А, синий, рыжий, есть, смотрите, лиловый. В отличие от оригиналов, там был один цвет, ну, вот такой. Здесь разные цвета на манер скрепыша. Это прикольно. И есть еще красные. Вау! Вау! Ну, у меня нет слов, но это прям прикольно. Это прям выглядит клево, и они, ну, то есть, реально не мерзкие. Я хочу, чтобы вы понимали, конечно, я говорю только свое мнение. Мне лично заходит. Я просто реально сравниваю с тем, что было в прошлом году. Ох, какого дичи мы только не видели. Вот правда, в том году по скрипышам и отвратительного качества пакетики. О, другой, смотри, черный, черный робот. И отвратительного качества пакетики, и скрипыши, которые разваливались в руках, и что мы там... О, о, да! О, да, да, да! Ага, ребята! Смотри-ка, пятерочка. О! Настало время протестировать. Настало время сравнить с оригиналом. Ну, они, кстати, по размеру чуть меньше. Но это реально зеленая пятерочка. И если оригинально в темноте светилась, то здесь они такие: а сделаем зеленое. Слушай. она светится не понимаю, сейчас я на свету под... не поддержу. А может, даже и будет светиться. Вау! ну это прям номера уна Прям топчик. Так, мы идем дальше. Вот такой у нас чувачочек выпадает. Слушай, класс. Просто класс. Давай дальше. О, пошли наконец-то у нас. А, подожди, это был. Этот был. Не повторки. Вот такое мороженка. Класс. Слушай, да. В этот раз мы нашли пятерочку быстрее. Намного. Ну, я думаю, там много будет пятерочек. Так. И вот такой. А, я вспомнил. Я, за... я забыл. Я что-то говорил про Бакуган. Короче... Любители Бакуган на полном серьезе считают, что разный цвет это разный Бакуган. Ну, раз им написали разные характеристики. О! Смотрите, что это? Желтая пятерочка. Вау, она крутая. У нас уже две пятерочки разного цвета. Вот это интересно. Вот это забавно. Так, и четвертый. А, нет, я думал другого цвета. Нет, он такой же. Такой был. Слушай, ну хорошо пошло. Хорошо пошло. Такс. Кто здесь? Опа! Снова рыжий кот. Да, рыжий кот, мы уже видели тебя. Двигаемся дальше. Слушай, а я... Что я сделал? А, нет. Я, короче, бумажку положил сюда к повторкам, а не бумажку, хотя подумал, что выкинул. Так, ну слушай, котов очень много, и такой желтый у нас уже был. Кто еще попадется нам сегодня, ребята Как вы думаете в комментариях Напишите Вот такой котиром Давай дальше Опа Синий Мексикану Ну слушай, подожди, можно уже вот так вот их раскладывать По По цветам Да, то есть три кота Буквально три кота Три робота, три справа Так, это Нани А вот он вот этих получается пока больше всего. И вот эти у нас пока без а, похожего цвета. Хм, ну прикольно. Нет, тоже интересно. Я прям кайфую. Серьезно, прикольно выглядит. Но вот котов, конечно, очень много. О, зеленый. Такого не было. Был желтый, теперь есть зеленый. Круто. Двигаемся дальше. Так, ого. Это вообще какой-то другой сверхъестественный брал. Посмотрите на него. Вообще другой класс, 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 класс. Давай дальше. Так, это у нас снова котейка. Котейка неинтересна нам уже. Так, а это кто? Такого мы видали? Такого мы уже видали. О, розовый робот. Слушай, их получается пять, что ли? Обалдеть. Ну круто, круто. О, -о, -о, -о! смотрите-ка. А это же у нас Эль-Леон. Но этот Леон больше похож на какую-то лягушку. Ну, то есть... Прикольно. Выглядит любопытно. Так, давай дальше. Опа. Котик у нас. Слушай, котов прям... Очень много. Еще кот. Так, давайте открывать дальше. Мы открываем меня... Мы не... Они не заканчиваются. Так, еще Шелли. Или не Шелли. Так, -с. Вот она что? Вот такой еще есть. Такой уже был. Слушай, ну выглядит забавно, выглядит любопытно. Котяра. А это кто? Вот! Вот такого еще не было цвета. Красный. Прикольно, прикольно. Не, они забавные, они прям выглядят очень забавно. Так, это ПМ. Пэм уже была. Пэм была. А это кто? А это кошка. Кошка мяу. Мяурицо. Кто знает мяурицо, тот знает мяурицо. Так, ну чего, давай еще откроем несколько. Потом тогда уже откроем во второй части. Так, это кто? Ух ты! Ух ты, какой классный! Желтого у нас такого не было. Прикольно. О, мороженщик. Только он розовый. Слушай, выглядит эпично. Давай. Опа. Круто. Давай дальше. Опа. Тоже неплохо. Тоже весело. Сейчас мы. Хоба. О, третья пятерочка. Но такая у нас уже есть, к сожалению. У нас желтая у нас. Идем дальше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Крутой-крутой кот. Дальше. Вот такой. И последний. Последний пакетик на сегодня, друзья мои. И вот такой. Слушай, ну неплохо. Я лично остался доволен. Друзья мои, вот такое у нас сегодня было видео. Ссылка на все описании к этому ролику. С вами был Чучучник. Огромное спасибо всем вам, что были сегодня все здесь со мной. Всех безумно люблю, уважаю, встречусь и покидаем!